Подозрительно пусто. Опять сохраним, попробуем выйти. Можем ли мы, во-первых, выйти? Во-вторых, куда мы выйдем? Укрытие кузена Бюзе. Так, где мы? А, я, кажется, понял, где. Мы вот здесь вот дрались с мутантами, да? Я, кстати, спускался в этот коридорчик. Да, это оно. Ладно, странно. А, блин, где, стоп, где? А куда делась? Погодите, не тот проход, походу. Да, да, вот нам сюда. А, кстати, странно, что мы не здесь прошли, а где-то там. Какая разница, мы могли бы здесь пройти. Нет, так нет. А, стоп, а нас квест случайно не сюда ли вел? Сначала мы же сюда зашли, сначала квест куда-то сюда как будто бы вел. Но тут по итогу ничего нет. Грибы. Так, ну мы идем в лабораторию. А, сейчас Азарий Вет будет. А, стоп, я не туда пришел. А, нет, туда. Похоже, просто область. Так, туда имеет смысл заходить? Одним глазком гляну чисто. Грот. Сундук. Ага, сундук с аренами. Понял. Надо пушечку бафнуть, наверное. Неплохая мысль. Правда, зачем? Смотрите, мы сейчас будем драться с Азарий Ветом. Азарий Вет вроде как человек. Значит, нам нужен стальной меч. И мы его сейчас бафнем на... Дары повреждения, во, вот это подходит. Берем. Все, забафли пушечку. Ой, что-то слева произошло. У меня камера не двигается. Ты меня раздражаешь. К тому же ты изрубил моего Кощея. Труд долгих лет. Придется решить вопрос более традиционными методами. Какими? Жду не дождусь. Ой-ой-ой, какие угрозы. Где ты этим театральным штучкам научился? Я тебя предупреждал. Не мочись против ветра. Ничем хорошим это не кончится. Много болтаешь. Испугался? В этот раз ты помочился против торнадо. Убить его! Он себе говорит или кому-то еще? Кто-то еще есть? А рыцарь-мутант? Ни хрена себе, вы кто? Ну, вы хорошо горите. Так, ты умер, а ты еще не умер. Ля, какие. Это флаги за спиной торчат, и что это? Дракон? Excuse me. Можно против дракона не биться? А, нас телепортировали. Читер. Только читеры телепортируют тебя к себе. Твой ход, Евет. Том Бэкстейбит. Я уже давно понял, что могу рассчитывать только на самого себя. Прежде чем я убью тебя, ты должен знать. Трис Мэригольд прямо сейчас волокут в лабораторию. Ее будут пытать. Все ломаются рано или поздно. Это только вопрос времени. Что скажешь, ведьмак? Все так же равнодушен? Ты блефуешь. Ты подослал ко мне убийц, говорил красивые слова, угрожал убить меня. На деле ты до смерти боишься и оттягиваешь неизбежное. Аллар Зархбин Талла! А? Драться бум? Чел. Амулет Берингара? У тебя амулет Берингара? Да. Проблемы? Проблема? Ты меня ослабил. Но ты все равно умрешь. С чем его ослабил амулет? Напрасный поединок. Напрасный. Он сам на меня напал. Не получилось ничего хорошего. Да, так и было. Почти ничего. Не знаю, где Беренгар раздобыл этот медальон. Может, хотел выступить против Еведа?
но не выступил. А нам медальон пригодится. А, меня уже бьют, я понял. Огненного мага убивать огнем. Вроде звучит нормально. Почему бы и нет? Мы сейчас Ирдин поставим. Настолько, если Истана выпустят, мы Истана выйти не можем. За километры застанил, понял тебя. Я даже меч, кстати, не достал еще до сих пор. Дай быстрее. Ай, ему пофиг на Ирдин, нет. А, мы умираем. Кстати, эту штуку. А, не сработало, что? Пад! Ты кто? Рафард Белый мгновенно восстанавливает часть потерянного здоровья. Да, и где? И где? Это подстава, это фейковый эликсир. Мы же достали этот в этой у Райлы, да, этот эликсир. И он не работает. Подстава, жесть. Ты глубоко в дерьме. Но мы не убьем его так, если у нас эликсиры не работают. Иди ты давай. Блин, ну я не знаю, мы прокачиваем всякие эти сопротивления глушению, нокдауну, нигде они, ничего не работают. А ласточка хотя бы на мне есть? Ласточка мне хил... Блядь, что-то встал, пиздец. Я бегу, блядь, ведьмак встает. Я разорву тебя на кусочки! Да, блядь, ну хватит валяться, ведьмак. Блядь, да что ты опять лежишь, блядь, ёбаный ведьмак, блядь. Но я не знаю, ласточка вообще не работает. Ирдин тоже не работает. Блять, за километр ударил. Охуенно, блять, я это видел. Пиздец. Твои фокусы тут не помогут. Уверен? А что если я все это время активировал артистар сетап, а? Ты не подумал, чел? Блин, сколько у него там осталось? Блин, у него половина осталась, что? У него реально осталась половина, ты шутишь, чел? Как я ему должен был эту половину снимать? Ладно, возможно, Игни против огненного мага все-таки плохая идея. Где я? А, перед босс-файтами не было автосохранения, понимаю. Зачем оно нужно? Блять, у меня ебаный эликсир не сработал, это вообще нечестно. А у нас есть где-то костер? Нету, да? Блин, походу, с этим костром реально... Да ну нафиг. Реально нету костра поблизости? И просто на... Давайте, короче, все вот эти эффекты с ним. Я не знаю, почему не сработал блядский этот зелье. Типа, идея то, что мне подбросили левый эликсир, это, конечно, прикольная идея, но это хуёвая, блядь, идея. Блядь, какого хуя он не сработал? А, давайте нейтрализуем все. И выглядим заново. Чтобы у нас было место, куда этот выпивать. Давай, давай. Окей, что стало? А что-то еще нам надо? Ну, гром можно выпить. Но гром, по-моему, повреждение, это, скорее всего, от меча только работает. Что мы на меч наносили, я забыл. Давайте вот эту штуку. А чё это за штука? Призывающий бой. На стальной. Блин, скользили, Рафарда не сработала. Это подстава. Так и где? Разве не здесь? Да, здесь. И меня даже тут не сохраняет. То есть мне даже с этим челом драться надо заново. Я сохранился тут. Я поближе чуть-чуть.
вы еще живы, блин, давайте умирайте. Я вот. Блин, ну это моментально идет катсцена, и у меня моментально к этому. Пайт забрасывает. Я сохраниться нигде не могу. Ну-ка. Все, все, отвалить от меня. Он меня сразу, блин, бьет. А где у него пол хп? Ощущение, что я ему пол хп снял еще только этим одним амулетом. Найс, ты глубоко в дерьме. Да что, блять, как он, блять, будучи в стане, меня как-то, блять, сам стан плачет, пиздец, хрена игра. А где урон, я не понимаю, там есть урон вообще хоть какой-то? Пиздец, просто станет, блять, об него, и он меня, блять, бьет сейчас, охуенно. Просто потому, что, блять, я застанился от него каким-то, блять, магическим образом. Я разорву тебя на кусочки! Охуенно. Чё, на ФК встал? Я, ну, блядь, я лег, он лег. Давайте лежать теперь. Что, большой стойки надо бить? Блять, пиздец. Можно перестать в станах стоять? Я не вижу, сколько там наносит урона. По 30 где-то бьет. 90 вроде. Пьем зелье. О, а теперь, блядь, она сработала. Получается, просто хуйня была в прошлый раз. Я понял. Твои фокусы тут не помогут. Какие у меня еще есть фокусы? У меня никаких больше. У меня только арт есть. Игни его особо не бьет. То есть он все-таки огненный маг. Блядь, хуенно. Блядь, просто встань, блядь, лежу час. Глубоко в дерьме. Но очень долго прибиваем. Ну. Я разорву тебя на кусочки. У меня больше нету рафардов. А, и она мне не похилила. Охуенно, она просто хилит на рандомные. Знаете, как это? Так культист в Darkest Dungeon от 0 до 20 хилит. Может похилить на 0, может похилить на 20. Видимо, и тут так же. Блять, а можно я что-то, блять, сделаю? Не буду, блять, тупо АФК, блять, валяться. Весь файт, нахуй. Пиздец, блять. Да, блять, больше валяйся. Нам надо кайтить. Блять, просто опять упал. Чем меня, блять, ронять за километр сама. Блять, да, 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 блять, еще, блять, подержи меня, блять, встань. Охуенная, блять, игра. Уебищенная, блять, параша, блять. Просто, блять, 5 миллиардов, блять, станов подряд. Охуенно, блять. Ебись, блять, придумали, уебки, блять, тупорылые. Пайт, блять, 10 из 10 просто. Стоишь, блять, встань, качаешь, блять, всякую хуйню, блять, которая, блять, просто тупо не работает. Не попал в второму чмошнику теперь. Успел, блядь, подбежать, уёбище. Чемодан? Что? Ну, я не злутаю, чемодан. Что мне агро челов. Только я их убью, меня сразу же тпшит. Хилка ласточки, я не знаю, вообще не хилит. Тп, блядь, просто не восполняется. Ну, блядь, я подбегаю, нажимаю ПКМ, и тебе похуй. Ты... Я так понимаю, эликсир Беренгара ему часть хп сносит, да? Потому что он начинает не с фулл хп.
Давайте еще раз Ирден попробуем, я не знаю. Я, блядь, пока ставлю его, кучу пока теряю. Он не... Блядь, меня просто за километр откидывает. Ну что ты, блядь, стоишь? Беги, блядь, долбоебина на Ведьмаке, блядь. Что за эта штука? Ну ты знаешь, а, стоп, тут куда-то пробежать можно? А зачем? Это просто чтобы кайтить его? А, ну если тут такая арена есть, то это... То я вообще пофиг на этот файт. Можно просто бесконечно тут бегать. А, тупость какая-то. А, теперь ты решил подталкиваться. Ладно, пару раз столкнулся. Ну, блин, использовать на него арт точно нет смысла, потому что мы его то, что роняем, ну это херня. А мне Ирден чем пропал. Я разорву тебя на кусочки! Я спамлю, блядь, ПКМ, блядь. А. А, Ирден поставился без анимации, понял, все, хорошо, без анимации просто. Просто анимация слетела. Блять, он стоит в Ирдене и получает урон, я надеюсь. Получает же урон, да? Давайте побегаем, порегенем хп, я не знаю, почему ласточка не регенит. Ласточка выпита. Близко вообще не очень. Ну, кстати, теперь он не может пройти через Ирден. Смог. Блять, у меня кувырок произошел вместо, блять, Итния. А теперь он прибежал. Теперь ему пофиг. На все мои Ирдены. А, он проходит, потому что он не отталкивается, походу, да. Блять, охуенно. Да, 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 блять, больше станлок. Тут не помогут. Да, да, еще, блять, постань меня, еще, блять, постань. Давай, давай, еще, блять, стань. Да, да, да. Охуенно, блять. А еще стан, блять, можно, блять, да, миллиард станов. Давай, блять, стань, блять, бесконечный стан, нахуй, блять. Уебок, блять, тупой. Пиздец, блять, охуенно сделан, просто, блять, 500 станов. Давай еще раз застань, блять. Я разорву тебя на кусочки. Да, 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 блядь, встань и стои, блядь, уёбище, блядь, тупое. Пиздец, через Ирдена, блядь, проходим, да, да, блядь. Бесконечный стан, блядь, через Ирдена, блядь, проходим, уёбок, блядь. Ирден не срабатывает, понял. Тут не помогут. За километр, да, да, блять, похуй, что я в километре тебя поебать вообще на это, блять. Все равно станем, блять. Сколько там осталось? 23 минуты. У нас еще ласточка есть, ничего страшного.
Ну-ка. Пятнадцать минут. Ладно. А, да. Давай, за километр. И встал, блядь. Не подходит к Ирдену, блядь, смотрит, сука. Ты глубоко. Понял. Просто Ирден не срабатывает. А зачем ему срабатывать? Это же Ирден. Стелс, по-моему, да. Я разорву тебя на кусочки! Ну, блядь, а где теперь перекаты, блядь? Вот я жму, блядь, теперь перекат. Вот когда, блядь, надо, перекатов, блядь, ноль просто. Когда не надо, блядь, видимо, блядь, каждую секунду, сука, перекатывается. Золото Кощея. Угу. Ива. Дает полный иммунитет к оглушению и нокдаун. А, ну, кстати... А у нас такое есть, да? Старшие братья. Рабочие записи экспериментов, не нацеленных на создание сверхчеловека. И что тут у нас? В этих записях приводится описание сверхлюдей, супермутантов, получивших название старшие братья. Которых мы на этом, в начале файта убили. Походу, да. Так, а еще надо, там что-то было... Что-то еще подобрали же, нет? Или это в задание отправилось? Ну, вроде бы нет. Там свиток с Кощеем что-то было. Золото Кощея или типа того. Вот он. Запись содержит формулу эликсира из сердца Кощея. У того, кто выпил эликсир, добавляется золотой талант. Понял. Но у меня костра нигде нету. Ну, кстати, да, еще скрафтить мог, у меня костра нету. Подожди, смотри, я... Так, старшие братья. Мутант-убийца еще какой-то. А, это мутанты, созданные в экспериментах с использованием мачех эликсиров и формул. Это сверхлюди и совершенные солдаты, которые верно служат орден Плащи Розы, что? В штурмовых отрядах. Служили, наверное, они служат. Ну, Плащи Розы мутанты. Старшие братья. Или старшие братья это не мутанты. Чего они тогда служат? Нет, это мутант написано, блин. Причем плащ роз, причем здесь еще она не чувствует боли и страха, защищена от чар, в том числе и знака Акси, их нельзя разоружить, сбить с ног или оглушить. Уязвим для стального оружия. Невосприимчивы, но хорошо вооружены и сильны. Умело обращается с оружием, удар может оглушить. С огромной гордостью и полной ответственностью я должен сообщить, что эксперимент завершился успехом. Раз сверхлюдей, которые мы создали, более чем оправдал наши ожидания. И Яков из Альденсберга будет доволен. Соединение ума, выносливости и грубой силы, которые сдерживают только верность Орден, Плащ Розы, вот будущее нашего мира. Причем здесь Саламандры может быть, а не Плащ Розы. Как-то у меня тут Плащ Розы вообще не встает на место. Так, мутант-убийца. По-моему, то же самое, да? Спрямь, слушай, Орден Плащ Розы тоже? Что? Не чувствует боль, страха, иммунных заклинаний, включая знак Акси. Нельзя разоружить, блин. Короче, куча всякой боли, страха, Акси, обезоруживания, оглушения. Но все это не работает против челов, все это смысла качать не было. Отличные. Непоколебимая вера, сила и отвага. Вот девиз старших братьев. Эти качества незаменимы для победы, но недостаточно нельзя... пренебрегать основными правилами военного искусства. Создавая новые отряды рыцарей, мы не должны забывать о вспомогательных отрядах. Они придадут нашей армии гибкость, которой не может похвастаться ни одна армия в мире.
Так, я не понял, Орден Плащ и Роза как-то связан с Саламандрами или что? Белая Райла. Я снова повстречался с наемницей Саламандры, нашли ее при смерти и подвергли мутациям. Райла выздоровела и, как мутант, быстро восстановила силы. За вторую жизнь она должна была заплатить абсолютной лояльностью своим новым хозяевам. Она попыталась остановить меня, и мне пришлось ее убить. На этот раз окончательно. Ну, до тех пор, пока я еще раз в виде мутанта не воскресят. Окончательно. Так, еще что-то. Там мусор. А, зеркало. Танки. Пройти нельзя. Понятно. Ну, короче, здесь арена для Кати, я так понимаю, чисто сделана. А это что-то такое, кстати, это дракон или что там? Скелет. Ну, хотя бы скелет только, да? Евет, слышишь меня? Что происходит? Как проходят эксперименты? Мне срочно нужны рыцари-мутанты из Вазимского Ордена. И неудачных пришли. У меня мало времени. Ответь! Евет мертв. Геральт. Увидимся, великий магистр. Скоро. Наконец-то. Я боялся, что ты никогда не возвратишься. Меня не так-то легко убить, как и тебя, судя по всему. Что ты нашел в катакомбах? Тебе это не понравится. Ведьмак. Водитель мертв. Про великого магистра, ну-ка. Расскажи мне про великого магистра. Воины уважают его. Его окружает аура победы. За ним ты с радостью пойдешь даже в самые безнадежные сражения, с верой в победу. У него есть какие-нибудь магические дарования? Сам я мало знаю о магии, но я слышал, что он одним усилием воли поднимал железные решетки ворот осажденных городов. Правда это или легенда, мне неведомо. Должно быть, он могущественный волшебник. Вероятно. Еще он превосходный фехтовальщик. Что, тоже пать с ним будет? Предводитель Саламандр мертв. Отлично. А какие тогда плохие новости? Все признаки указывают на то, что за Саламандрами стоит Орден Пылающей Розы. Что? Это невозможно, ты лжешь! Есть доказательства, Зигфрид. Мне очень жаль, но нас обманули. Мы должны предупредить короля, пока еще не поздно. Мы можем взять лодку на пристани. Давай встретимся там. Отлично. Зигфрид, как бы мы обвиняем то, что за всем стоит Орден Плащ и Розы, а он как бы сам часть Ордена Плащ и Розы. Как бы говорим то, что это он стоит за всем, да, а ему пофиг, да? То есть он понимает то, что мы не считаем его. Даже объяснять ничего не пришлось. Ну, ладно. Нет, так нет. Так, а у нас тут все? А, ну мы бежим в части, в которой как раз таки не были. А мы, да, можем с мечиком побежать. А, ну я, кстати, предполагаю, куда я. Мы сейчас пойдем, или нет? Или да? А точно на лодке быстрее? Они так быстро бегут, мне кажется, быстрее было бы по болотам не добежать самому. Нам, скорее всего, сюда. Мне кажется, мы можем сами сюда добежать пораньше, чтобы не ждать Зигфрида. Он не особо быстрый, я бы сказал. Пристань. А, нет, нам поэтому надо... По сюжету туда, кстати. Давайте почекаем, мы же открыли другие всякие ритуалы. Можем провести ритуал жизни, ритуал очищения. Что за ритуал очищения, ну-ка. А, все, мы просто себя скинули все штуки, да? Прикольно. А ритуал жизни? Бафнул нас на плюс КП? А, ускоряет восстановление здоровья. Блин, вот эта штука крутая, на 2 часа, то есть это ласточка, считай.
Это прикольно, надо было раньше вязать. Так, тут какая-то бочка возле корабля. Пока они там бегут, мы сейчас поплутаемся здесь немного. Арена и сыр. Угу. Арена и вода. Пойдет. Ну чё, где вы там? Долго вас еще ждать?